Всем привет, ребят. Ну что, вернулся я обратно к тестам героев. И сегодня у нас, опять же, тест мастера рун. На сегодня это, наверное, самый крутой герой по входящему дамагу. У него самое крутое ограничение получается. Ну, конечно, если не сравнивать бочку, там чуть-чуть немножко другая ситуация. Плюс бочка... Герой без эволюции, без аугментаций. В общем, поехали. Видели, каких я героев слил. Сейчас покажу вам сборку. Кто у нас есть по ограничениям? Есть Зефир 36к, есть Фрея 18к, Огник 10к, Мишаня, сейчас даже не помню, сейчас глянем, что там у нас на Мишане по ограничениям. И есть Бочка. Ну, бочки оно не так работает, поэтому там вот есть Мишаня на максималке 10к, то есть как у Огника, на 15 скилле. Это на 15 скилле. Есть еще бочка у нас с ограничением. Вот. 5. Ну, тут опять же надо, чтобы она включилась. Тоже есть нюансы. Но до бочки, я думаю, мы дойдем и сделаем вам тест бочки еще на максималке. У нас сегодня вот такой вот герой, такая вот сборка. Дрога стоит, в принципе, он дает 100% щит, мы его даже уберем. Дрога поставим сюда, где там Рудольфика для снятия молчанки, если что. И вот такая вот сборка с победным. Что она дает? Также дополнительно понижение. Я переролил около 400к, а то, наверное, в сумме, если взять полностью все, на этом герое было потрачено около 500 карт сменки. Вот у меня еще остались. И мне один раз только выпало 2 пятых крита, я не стал качать, потому что, ну, крит это не то, что надо. В итоге, в конце видоса мы еще с вами дальше заролим. Я хочу посмотреть максималку по ограничению, которая будет, попробовать, если выпадет 2 пятерки. У нас такая вот сборка, она есть более-менее универсальная. Есть уклонение, есть точность. В итоге на героя у нас без суперпэта 11к уклона практически и 10к точности. То есть среднее. Он будет и попадать, и уклоняться, скажем так, в большинстве случаев. В общем, поехали. Как вы знаете, у него есть ограничения, да, то есть 9000. Плюс у нас есть дополнительно стоит огненная защита. Вот 9000 плюс огненная защита, которая режет на 55%, плюс победный 17%. Что в итоге мы имеем? Если нету у вражеских героев блокировки. Вот молчанка прошла, но Рудольф должен ее снять. То сейчас вы увидите, какой будет входящий дамаг. Блин, ну я не знаю, знаете, обряд лечения с одной стороны тоже классная вещь, то что он попадает и хилится, и жизни больше там для включения, но с победным он получает в районе 2500 входящий дамаг, вот 2520, это еще не максималка, это еще не потолок, то есть 2520 это если молчанки нету, это просто жесть, ребят, вот посмотрите, кто там у нас. Божество, Огник, еще кто-то один, я не вижу. Еще третий кто-то там есть. В итоге герои 14 скиллов прокачек без... просто тупо не могут его убить. Посмотрите, 2520. У нас отхил от Рудольфа в районе 200к. Где-то так, сейчас посмотрим точно. Что-то мне показалось, или это 134к, да? Да, 134к. Вот, 134к это 40, это 50 ударов. 50 ударов у нас хилится налегке. То есть 50 ударов, единственное, видите, опять же, недомогание. То есть нюансов очень много, молчание, недомогание. Но
Я просто так поставил Рудольфа показать. Есть другие, есть ворожей, например, можно поставить ворожея. Сам смысл этого героя самый крутой на сегодня, скажем так, входящий дамаг ограничение. Ну, бочка это отдельная история. 2520 это входящий дамаг при 70%, ниже 70%. Это дофига. Вот это реально круто. Если там огников тоже собирали с победным, но огника дамаг, и он может сливаться на отражалках. Там чуть другая ситуация, это тоже может сливаться на отражалках. Ой, что это было? Что-то вообще вынесли в одну калитку, видимо, молчанкой и задамажили. То есть, видите, тоже нельзя сильно набирать жизнь, потому что могут заблокировать и потом снести. Но когда вот включается именно этот скилл, ну, я не знаю, слить его реально сложно. То есть, один на один. Там, например, сейчас вот лисица есть, космо. Тут сейчас молчанку словим от этого. Землеройки. Вот, 2520. Все, ну тут надо еще попробовать как-то каким-то образом, чтобы он набирал. Но посмотрите, герои его атакуют. Просто каска. Он себе просто тупо стоит. 2520, блин. 40 ударов, то есть надо ему нанести, ребят, 40 ударов. Рудольф у нас хилит, ну вот, 134к, ну, по сути, 50 даже ударов он хилит. То есть равносильно тому, что его просто тупо не атакуют. То есть если там еще и мисс проходят, он у нас будет держаться без проблем. Единственный вот этот момент, это спектр, который в большинстве случаев мешает. Но для бездоната, вот, наверное, в 90% этот герой будет очень крутым. Без доната, если попадут на такого героя на атаке фартов, они его не сольют. То есть его надо сразу же молчанку накинуть, попасть по нем, заблокировать и слить. То есть надо дофига дамага. Если у вас этого дамага не будет, вот, пожалуйста, вам вариант. Он даже уходит в плюс. То есть данный герой просто тупо не убиваем, получается, за счет того, что у него такое вот ограничение мелкое. Можно такое, в принципе, на многих героях сделать. То есть это ограничение делается. Можно из зефиров собрать такого же интересного. Посмотрите, он в плюс у нас уходит. При том, что, блин, тут офигенные герои. Дамажит зефир, дамажит космо, дамажит. А, лисицы уже нету. Опять лиса улетела. И эти поулетали, а уже некому даже дамажить. Вот, пожалуйста, они даже сливаются. Он режет отхил, режет набор энергии. Что еще надо, вот скажите. Вот реально кайф. То есть герой на сегодня действительно очень крутой. Это бездонатный. Вот он отхилился обратно. То есть его, они его слить просто не могут. Я не представляю, что будет. Ну, это по сути я говорил уже, что бар 2.0, которого дали без доната, просто надо, конечно, дофига ресурсов, чтобы его прокачать, это понятно, но, блин, герой действительно кайфовый, он блокирует, он помогает, и вот, пожалуйста, уже Зефир там даже наполовину практически просел. Космо тоже улетел, но Зефир его не сольет, то есть этого героя в такой вот сборке я показывал, единственный вариант, кто там у нас, этот Фрэнк сливает. Ну, посмотрите, вот Зефир отлетает просто. Чуть-чуть нам не хватит, наверное, времени, чтобы он улетел полностью. Но это. А, он отхилился. Но вот опять же тот же самый прикол. То есть с Рудольфиком без проблем землеройка даже улетела. Фрэнк улетел. Но это просто, просто жесть. С таким ограничением в 2500, ну, это круто. Для локаций, я не знаю, использование там, допустим, его на каких-то кошмарках, можно попробовать. Правда, с его станом толку здесь особо много не будет. Но еще надо учитывать то, что он по зоне бьет вблизи себя. То есть это тоже круто.
Этот все-таки больше от стрелковых башен получает он тут. Тут не вариант. Но с ворожаем, в принципе, если ворожай успеет отхилить, то вариант. То есть, такого плана герой, я считаю, очень крутой. Это подобие Фрей, то есть он универсален при правильном его использовании, реально он будет тащить. Что-то у нас ворожай. Пит наконец-то дал отхил. От этого отхила мало и мало. Ну, с ворожаем вместе вдвоем шатают. Вот, поэтому, не знаю, тут вариант, у меня два варианта было. Либо обряд лечения, либо победный. Хочется все-таки еще с победным потестировать. Но, видите, проблема, не могу наролить две одинаковых хороших пятерки. Но это уже давным-давно. То есть карт дофига слита. Единственное, что здесь выпало два пятых вот таких вот крита. Точность. Хочется собрать, проверить уже максималку его, какое будет ограничение. А у бочки... В принципе, вариант поставить ОЗ-шку ей, но мы там не поставим, у бочки нету возможности сделать аугментацию и поставить чару. Вот это вот самое печальное для гарнизона. Если бы эту возможность сделали, гарнизон бы можно было бы сделать бомбическим. Ну, как видите, карты вылетают. К сожалению, две пятерки. До этого, вот после обновы, скажу так, что сыпало очень прилично пятерки. Многим героям наставил, еще не доролил их. А тут, конечно, боль. Опять крит-резист. Ну, я жду атаки фортов. Интересно будет потестировать, посмотреть. Я надеюсь, к атаке фортов его доделаю. Да, дофигища уходит карт. Две четверки. Как видите, не идет. Но будем дальше пробовать выбивать карты. Думаю, завтра будет собери сам, плюс пират будет. В общем, такой вот, ребятушки, герой, такой вот тест. Не знаю, мне такая сборка очень нравится. Хочется еще максималку сделать. И посмотрим, что с него будет. Ждите 15-е скиллы. Всем удачи, всем пока.